Спрашивают меня, где платье? Где платье? Да, я сам сейчас вышел, он говорит, нежно-персиковое платье. Я такой... Это
такой стиль, ампир, ампир, и они все отличаются только по пошиву. Мы берем сегодня интервью участника дикого, безумного, опасного похода, в котором выживет только четверо. Итак, Владимир, скажите, пожалуйста, свое слово. Было отлично.